Улица Маршала Малиновского, 25Б. Панельный девятиэтажный кооперативный дом построен по чешскому проекту в 1973 году. Расположен во дворе. Нижние этажи дома буквально утопают в зелени. Двор также тенистый. Входы в парадные в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонта. Есть домофон. Детская площадка старая и убогая. Зато рядом есть большая спортивная площадка и места для парковки машин. Рядом с домом лицей, отделение новой почты, кафе, несколько супермаркетов. В 5 минутах ходьбы станция метро «Оболонь». Учитывая хорошую инфраструктуру, состояние дома можно признать удовлетворительным.